Звезда Европы. Конечно же, звезда всей Венгрии Юлия Себестьян. Чемпионка Европы 2004 года в Будапеште. К сожалению, после той победы, в которую она вложила огромное количество сил. Вы знаете, каталась как будто в последний раз в своей жизни в Будапеште. После этого 2 года спад. У нее в 2005-м серьезнейшая простуда на чемпионате мира. В общем, психологически, конечно, она сильно надломилась после той победы. Такое бывает. Вспомним теннисиста нашего Мишу Южного, который вытащил первый для нас Кубок Дэвиса в Париже. После этого 2 года приходил в себя, по его признанию. Ну давай, Юлия. Флип тройной есть, умница. Есть тройной флип. Ну что, каскад? Ах, двойной, 2-2-2-2-2, ошибка. Такого каскада не должно быть в короткой программе. Ну что, теперь все надежды на произвольную программу. У нее сильная произвольная программа в этом сезоне. Атонал, Рауль Ди Бласио. Известная мелодия. На финале Гран-при она даже опередила Микки Анта в произвольной программе. 5-й.